каждый владелец оружия хочет иметь чехол, в который поместится все самое необходимое. Сегодня у нас в обзоре сумка для оружия Modular Rifle Bach от немецкой компании «Тасманский тигр». Сумка выполнена из плотной износостойкой ткани «Кордура 700 Ден» и может вмещать в себя практически любое оружие, которое не превышает ее размеры. Там 100 см, 31 см и глубина 8 см. Для переноски у сумки есть две ручки с системой Velcro. Боковая ручка для экстренного перетаскивания. На фронтальной стороне расположились два кармана, один большего объема, другой меньшего. Велкро для идентификаторов и логотип самой компании. Внешняя часть карманов оснащена системой Моли, на которой можно закрепить подсумки или другие аксессуары. В большом кармане находятся 5 подсумков. В них можно расположить магазины серии АК или другие аксессуары. На внутренней части находится карман на молнии для карт или документов. Малый карман оснащен эластичными креплениями, это может быть фонарик, либо нож. Два кармана с клапанами Velcro и карман на молнии. Также в кармане вполне возможно разместить пистолет с запасными магазинами. Сам чехол закрывается на двойную молнию и фиксируется ремнями на фастексах. Стегнули. Открыли. Оружие внутри, в данном случае сайга, фиксируется 4 стропами Velcro. Данные стропы можно устанавливать в ячейки под оружие разного габарита. По всей длине полоска Velcro для крепления подсумков. Данная модель комплектуется одним подсумком, в который поместятся аксессуары для ухода за оружием, либо личные вещи. Для транспортировки удобнее всего использовать ремень, который регулируется. Руки всегда свободны, что очень удобно. Из особенностей модели можно выделить уплотнитель по всему периметру, который обеспечивает сохранность оружия даже при падении. И в заключение. Качество материала от «Тасманского тигра» у всей продукции очень высокое. И эта модель – хорошее тому подтверждение. Данный чехол станет незаменимым аксессуаром для военных, охотников и страйкболистов. Используйте только качественную продукцию. Подписывайтесь на канал. Скоро будет много интересного видео.